Коми началась «Крымская весна». Это ежегодная акция, приуроченная к воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Они вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Но спустя два дня, 18 марта, президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Эта дата и считается днем воссоединения. Ежегодно в эти дни во всех регионах страны проходит акция «Крымская весна». В республике она стартовала сегодня с онлайн-флешмоба «Отдыхаем в Крыму». Жителям Коми предлагают делиться в социальных сетях своими фотографиями, сделанными на полуострове. Ну а 18 марта состоится телемост «Коми-Крым».